Друзья, всем привет! Сегодня уже проехали мы с малышом километров 20. 10 голов к деревне пришли. Зорька, Зазуля, Зефирка, Франция. Ласточка номер 2. Сейчас поедем вторую группу отгонять с другой стороны деревни. Там, где суффикс, баланс, лакмус. И заодно сделаем большой, небольшой обзорчик, быстрый, жеребчиков. Черный принц, зонтик. Вот этот жеребчик без клички у нас. А, это бутуз. Это бутуз. Бутуз. Матрос с этой лысиной, Саврас и Шалфей. Шалфей номер 2. А этот вороной как бы без клички, но мы ему, думаю, дадим кличку. Например, какую ему дать кличку, чтобы он у нас был с кличкой. Кстати, он, наверное, самый высокий ростом. Вот он. Ну, назовем его, например, Сокол. Сокол. Этот ласку любит, черный принц. Еще раз по кличкам пройдем. Зонтик. Черный принц, бутуз, матрос и пусть будет сокол. Все, порядок. В общем, поехали дальше. Тут недалеко сейчас. 5 километров туда, 5 километров назад и все. Так, потихоньку выходят. Здесь смотрю лакмус. Суффикса пока не вижу. Вон он там на краю ходит. Отсюда их убрать надо, так как трасса рядом. И ночью, не дай бог, что там. Машины едут. Оп! Оу! Группа выходит. Ну, в принципе, лошади нормально пока. Все бодрые. Даже дуркуют немножко. Снега мало. Это очень хорошо. В других районах тоже смотрю так. Снега уже намного больше, чем у нас. Так, здесь лакмус, баланса не вижу. Значит, баланс остался там, где в прошлый раз я их соединил. Теперь баланс отделился. И ту маленькую группу, которую сегодня угнал, на то место, где ходила вторая половина табуна, там табуна не оказалось. Там была только кобыла Словения. Она с GPS-ником. GPS-ник показал, я думал, там табун стоит, а там, оказывается, табуна не было. И вот теперь в одном месте там 18 голов стоит. И когда я возвращался назад, я вернулся немножко другой дорогой. И так краем увидел, что остальные все те лошади той половины, они там ходят далеко. Но я уже близко не стал подъезжать. Так, сдалека чисто посмотрел. Оу! Ну, как видите, вот сейчас вот едем где-то среднестатистический слой снега. Я думаю, это немного для этого времени года.
руки замерзают махом. Нет, баланс оказался здесь. В общем, значит, вся эта вторая половина в этот раз уже не разделилась и переместилась километров на 5, на 6 без проблем, все вместе. Осталось с теми соединить. Ну, постепенно, может быть, когда-нибудь в течение зимы или, думаю, в течение месяца января всех соединим. В феврале-то мы их точно соединим. Там, где сено стоит, туда сгоним их. Может быть, даже и будем овес уже туда подвозить. Будем смотреть по состоянию, как лошади будут себя чувствовать.